Сегодня приехал в Ростов-на-Дону в суд поддержать наших братьев, которых хотят незаконно осудить в действиях, которые они не совершали. В сегодняшнем судебном заседании мы допросили эксперта-фонографиста, который является сотрудником тоже специального подразделения ФСБ, который по заказу ФСБ Крыма сделал экспертизу на голоса и определял, чьи голоса кому принадлежат. А также перед этим экспертом был поставлен вопрос о монтаже. Имеется ли монтаж в этих аудиозаписях, которые были, значит, сняты скрыто Федеральной службой безопасности. И она, этот эксперт, пришла к выводу, что имеются признаки монтажа. Не буду вдаваться в технические подробности, но сегодня довольно долго, мы порядка 2 часов допрашивали этого эксперта. И я, как защитник, думаю, мои коллеги, мы пришли к выводу, что, конечно же, при проведении этой экспертизы были допущены ряд грубых нарушений. В том числе я увидел, что эксперт пыталась, так скажем, обелить свое же заключение о признаках монтажа и говорила, что это не серьезный монтаж, что этот монтаж не является таким, который там повлиял на выводы, либо монтаж, который был сделан намеренно, злонамеренно кем-то и так далее, и так далее. Но мы совершенно другого мнения. Вот. Поэтому в сегодняшнем судебном заседании то, что необходимо было, так скажем, подчеркнуть и узнать для защиты, мы получили, так скажем, от этого эксперта.